Всем привет, друзья, меня зовут Алекс, и в этом видеоролике вы увидите 5 лайфхаков CSGO, 2 из которых будут в реальной жизни, так что будет очень интересно. Ну если вы узнаете хоть что-то для себя новое, тогда не забудьте поставить лайк. Ну естественно, подпишитесь на мой канал, чтобы узнавать самую интересную и важную информацию, которую я даю для своих подписчиков. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Хочу посоветовать вам сайт luxdrop.ru, магазин CSGO кейсов с моментальной отправкой предметов. А также каждый из вас может активировать промокод на сумму от 10 до 200 рублей. Промокод с ссылкой на сайт есть в описании. С каждым новым роликом я стараюсь улучшать свои видео. Сейчас я его добавил камеру. И напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится вам это или же нет. Итак, первый лайфхак в моем топе поможет вам изменить стандартную кнопку «Принять» на такую, которую вы хотите. Сейчас вы можете видеть, какая лично у меня. Сделать это довольно просто, из-за этого не получите вакбан, потому что как таковых изменений в игру вы не внесете. Ну а для этого вы должны перейти по этому пути, который сейчас вы видите на экране, и после найти папочку CSGO Russian, естественно, если у вас CSGO на русском. Но если у вас CSGO на английском, тогда вы должны найти папочку CSGO English. После нажимаете «Найти» и вводите команду, которая тоже будет в описании. И после того, как вы найдете нужное для вас поле, просто изменяйте на ту надпись, которую вы хотите. На самом деле это очень прикольный лайфхак, и он вам поможет удивить друзей. Ну а мы переходим ко второму лайфхаку. Итак, следующий лайфхак поможет вам сделать ключ из CSGO в реальной жизни. Да, ребят, это реально, и сделать это довольно просто. Для начала вы должны сделать такую заготовочку, ссылка на которую будет, естественно, в описании. Сейчас увидите ее подробнее. Лично она у меня черно-белая, потому что у меня нет принтера, который печатает цветной краской. Ну и то есть я покажу на примере черно-белого. На самом деле это даже не лайфхак, это больше аксессуар, который реально удивит ваших друзей. Ну и чтобы сделать такой ключик, первое, вы должны сначала распечатать этот шаблон. Вторым шагом вы должны вырезать по контуру. Третьим шагом вы должны аккуратно все склеить. Постарайтесь сделать все аккуратно. И последний, заключительный шаг, вы можете приклеить его на свой ключ. Если бы у меня была цветная краска, было бы очень прикольно. Но я думаю, вы идею все-таки поняли. Ну и лично теперь я пользуюсь этим лайфхаком. Такие вот заготовочки у меня есть на 4 кейса. Хрома, Хрома 2, Феникс и Хансмен. Если вы можете найти в интернете больше, тогда скидывайте в мою группу ВКонтакте, и я опубликую туда. Третий лайфхак в моем топе будет очень простой, так что расскажу про него очень быстро. И поможет он вам вечно АФКшить. Да-да, сразу многие могут написать в комментариях, что это не очень хороший лайфхак, потому что даже меня лично бесит такие люди, которые вечно стоят в АФК. Но все же такая фишка в CSGO присутствует. И чтобы ее сделать, вы должны прописать такую команду в консоль. А хотя даже скажу вам больше, их несколько. Первая из них это минус left. Вторая из них это плюс left. То есть можно прописывать и так, и так. И вы просто начинаете кружиться вокруг себя. И таким образом вас не кикнет из сервера. Но вот игроки могут проголосовать, чтобы вас кикнули. Так что будьте осторожны. Да и лишний раз АФКшить не нужно. Ну а мы переходим к следующему лайфхаку. Четвертый лайфхак поможет выиграть спор у ваших друзей. Ну естественно при помощи CSGO. Итак, перед тем как вы начнете играть, поспорьте, что вы угадаете, какая карта выпадет. Ну и перед тем как начинать игру, в консоль вы должны ввести такую вот команду. Developer 1. И после начать искать игру. Через некоторое время игру вам найдет. И именно после того, как вылезет зеленая кнопка, в консоли вы сможете посмотреть, какая именно карта нашлась. И таким образом вы сможете удивить друга, ну и выиграть у него спор. Итак, пятый лайфхак на сегодня. И поможет он вам только в том случае, если у вас сломаны ножки на клавиатуре. И чтобы не тратить лишние деньги, вы можете взять просто обычную прищепку. Ну а если точнее, прищепку для тетради, для бумаги, неважно. И легким способом ее оттуда вытянуть. А нужна нам именно вот эта железная штучка. После чего вы сможете очень легким способом вставить ее на место ножек от клавиатуры. И это реально помогает. Ну а если у вас дома с ножками от клавиатуры все в порядке, тогда не забывайте, что в многих школах с этим не в порядке. И если вам некомфортно, когда клавиатура стоит не на ножках, просто исправьте это. И играть станет намного комфортнее. Ну вот подошел данный ролик к концу. Я надеюсь, он вам понравился, и вы не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы смотреть только самые интересные и веселые ролики, так как я стараюсь абсолютно над каждым роликом. Ну а меня зовут Алекс, всем удачи и до скорых встреч!